Изменив всего одну букву, злоумышленник стал обладателем поистине уникального номерного знака, единственного в своем роде. Поясните, пожалуйста, на заднем номерном знаке что это такое находится? Давайте техпаспорт, пожалуйста. Какой номерной знак у вас на автомобиле? 529. Анна 529, 164 регион, правильно? Да. А у нас на автомобиле Николай 529, 164 регион. Почему так? Ну, чтобы штрафы не ловить. Штрафы не ловить где? По камерам? Да. Как признался таксист-конспиратор, буквы он вырезал из другого номера. Скоростная доставка пассажиров для него была важнее всяких там правил. Клиент ценит оперативность и заботу, знаете ли. Кто заказывал такси на Дубровку? Я. Садитесь. В настоящее время изобретательному злоумышленнику грозит лишение права управления транспортным средством. Штрафом он вряд ли отделается. Денис Желтов, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов.